Грипп и другие острые респираторные инфекционные заболевания уже не одно столетие с завидным постоянством напоминают о своем существовании человечеству. Ежегодно во многих странах с наступлением ненастной погоды тысячи людей приходят на прием к терапевтам с жалобами на температуру, озноб, головную и мышечную боль, слабость и недомогание. Зачастую пациенты уже и сами понимают, что их беспокоит, но относятся к болезни легкомысленно, перенося ее на ногах. Однако специалисты утверждают, такое отношение к здоровью своему и своих близких может привести к серьезным последствиям, особенно когда речь идет о людях из группы риска. Существует такая прослойка населения, которая как бы составляет группу риска по тяжелым последствиям или осложнениям по гриппу. То есть в эту группу вот входят детки до года, лица старше 65 лет, лица, имеющие какие-то иммунодефицитные состояния или хроническое заболевание вот органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. То есть они должны прививаться в первую очередь. Ни для кого не секрет, что основные причины заражения вирусом гриппа – это ослабленный иммунитет, переохлаждение и несоблюдение элементарных правил личной гигиены. Большинство родителей знают и стараются оградить от негативного влияния окружающей среды своих детей. Берестейские мамы и сами порой могут давать советы, как именно необходимо противостоять инфекциям. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и полноценный отдых – простые, но действенные правила профилактических мероприятий в этом списке на лидирующих позициях. Поменьше, конечно, находиться в таких вот местах скопления, в магазинах, в поликлинике то же самое можно подхватить легко, поэтому есть дни здорового ребенка, когда можно сходить на прививочки, на прием к врачу. Одевать нужно оптимально деток. Ну, конечно, в погоду нужно в любую, я думаю, выводить, кроме сильных снегопадов, выводить на улицу. Ну, вообще следить постоянно за температурным режимом. Вообще за состоянием ребеночка, как себя чувствует. Мы часто гуляем на улице, это обязательно в нашем распорядке дня. Проветривание у нас регулярное и подолгу. Кушаем здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Овощей также побольше, пьем водичку. И, конечно же, гуляние и здоровый образ жизни в первую очередь. Но я думаю, потом уже как в садик пойдем, так уже будем и прививаться. От гриппа, в первую очередь. Во-первых, хорошее как бы и питание, и прививки, но это безусловно, потому что тут непонятно, какие действительно инфекции. Гулять на свежем воздухе, больше кормить ребенка фруктами, овощами. Вакцинация – один из самых действенных способов защиты. Сегодня, в конце зимы, делать прививку вряд ли имеет смысл. Но вот на будущую осень стоит подумать, так как по подсчетам специалистов, привитые болеют почти на 80% реже, чем непривитые. И с каждым годом все больше берестейцев выбирают такой способ профилактики. Однако есть и так называемые отказники, по разным причинам относящиеся скептически к такой форме сохранения здоровья. У нас есть, конечно, еще такая прослойка, как отказчики от профилактических прививок. Мне тоже хотелось бы для них сказать, что, ну, чтобы они, наверное, пересмотрели свои личные убеждения, как они обычно пишут, и начали прививать своих деток, потому что у нас даже сейчас и церковь как бы благословение дает на проведение профилактических прививок. По данным исследований, здоровье человека больше, чем на 50% зависит от его образа жизни. Внешняя среда накладывает отпечаток еще на 20%, а усилиям здравоохранения и генетики в равных долях отводятся оставшиеся 20%. А потому специалисты не устают повторять, что зачастую здоровье человека находится в его же собственных руках. И относиться к этому бесценному дару стоит разумно и ответственно.